И снова всем welcome, это снова я, DNGP. Заранее хотелось бы извиниться, что так долго не было видео. Только недавно вернулся из командировки. И мы работали там и на праздниках, и на выходных. В общем, весь в работе был. Только недавно освободился, вот решил заснять видосик, прокатиться и рассказать о новостях, которые происходят на данный момент в Японии, ну и также у меня. Ну, одна из таких главных новостей — это то, что у нас до сих пор не отменили режим чрезвычайной ситуации, а продлили его еще на месяц, до начала марта. И мы теперь все так же в режиме ЧС. В этом режиме невозможны какие-либо массовые мероприятия. Ну, парки-то работают, но вот если какие-то ивенты или концерты, они все отменены. И я не думаю, что этот режим окончится в начале марта. Скорее всего, его продлят еще больше. Вторая новость: у нас тут недавно опять было сильное землетрясение. Возможно, вы уже знаете из новостей. Это в районе Фукусима. Снова в том же самом месте, что и 10 лет назад было землетрясение. Буквально вот на днях. Около 7,1 балла там было в этот раз. А 10 лет назад было около 9 баллов. Поэтому, ну, по сравнению с тем землетрясением, оно было послабее. Но при этом все равно в домах достаточно сильно ощущалось, даже в Токио. До Токио дошло примерно 5 баллов. И 5 баллов в доме — это тоже достаточно сильно. Если вы живете где-то на высоком этаже, то там будет дом раскачивать и подташнивать будет даже. Ходить по дому во время землетрясения — не очень приятная задача. И получается, что как бы идешь как на корабле. Или как в скоростном поезде, там, в Шинкансене. Такое же ощущение. То есть идешь, тебя там, блин, качает из стороны в сторону. Достаточно сильное было на севере, это 7,1. Я не знаю, что там произошло у них, ну, с ихними домами, и там было ли цунами или нет. Но вот 10 лет назад, когда было 9 баллов, в 2011 году, в начале марта, там было достаточно сильное цунами, как вы знаете, которое смыло там много городов там. Ну, как много, но не один, это точно. Плюс еще там задело электростанцию ядерную, которая вышла из строя. И это была катастрофа. Надеюсь, в этот раз там все обошлось, и никто не пострадал, и никаких повреждений или разрушений данное землетрясение не вызвало. Ну, расскажу немного про свои дела. Я недавно, как я уже говорил, вернулся из командировки. Там было много работы. Ездил я на север, в Уцуномию. Возможно, вы видели мой пост в Инстаграме или на Фейсбуке. Там и выкладывал немного фоток со своей поездки. Да, достаточно интересно съездили. Город неплохой, там очень много этих гёдзе-кафе. И город славится своими ресторанами и кафешками гёдзе. Ну, гёдзе — это такие типа пельмени, только они обжариваются на противне, на таком, на большом, с водой там. Есть еще другие там виды гёдзе, ну, так же, как вот и мы варим пельмени, так же они готовят их. И есть еще гёдзе, которые они обжаривают в масле. Ну, то бишь, наливается масло, и как во фритюре вот так жарятся эти пельмени, такие хрустящие получаются. Чем-то напоминает чебуреки. Такие мини-чебуреки. Очень вкусные гёдзе получились. И недорого. Ну, как недорого? По сравнению с Токио, это недорого. Это, если так посчитать,
200, ну где-то 300 йен за 5 или за 6 штук там. По-моему, за 5, ну, больших таких гёдзо. И достаточно сытно. Я съел вот 10 штук, наелся, мне хватило. Это где-то 500-600 йен. Ну да, 600 йен вместе с налогами выходит. Очень вкусная штука. Рекомендую, попробуйте обязательно, если будете в Японии, особенно если будете в Уцуномия, то обязательно попробуйте гёдзо. У нас стало немного потеплее сейчас на данный момент, но ночью все так же холодно. И на севере, вот куда я ездил, там это Уцуномия, это примерно, ну, около 110-120 километров от Токио. Не так далеко, но при этом там рядом находятся горы. И горы достаточно высокие. И там лежит снег. А ветер был как раз с севера, со стороны этих гор. И очень холодный. И ехать на мотоцикле было очень некомфортно. Ну, что я имею в виду под словом некомфортно? Холодно было. Даже несмотря на то, что я оделся достаточно тепло. Как бы руки, ноги и само тело было утеплено хорошо. Но вот шея там и где-то участки такие, типа как вот кисти рук, перчатки, подмерзали. Почему? Ну, во-первых, у меня нету шлема полного такого фулфейса. А зимой он намного теплее, чем вот такой открытый шлем, как Half Face, или как он, Jet называется, да? И поэтому мне приходилось там немного изощряться, одевать теплую балаклаву, одевать теплые вещи на шею. А балаклава, как вы знаете, она достаточно, если теплая балаклава шерстяная, она достаточно толстая, и она занимает очень неплохо так место под шлемом. И когда я выбирал шлем, естественно, я его выбирал не с этой балаклавой, а без нее, чтобы шлем плотно сидел. Но когда балаклаву одеваешь, начинается, ну, шлем начинает давить там, ну, на голову, что не очень приятно. В этом плане, конечно, было ехать некомфортно. А ехать там примерно, ну, от моего дома километров 170, где-то так. Потому что там до Токио еще сколько-то надо. Через Токио проехать и потом туда. И, в общем, получилось так, что я проехал эти 2,5 часа, ну, в таком режиме. После этого у меня голова прям немного подбаливала, потому как, когда вы знаете, если шлем малый, вы в нем долго едете, это чревато головной болью после поездки. Это вот был такой небольшой экспириенс у меня по поводу езды на мотоцикле, балаклаве и в шлеме. Поэтому я думаю, наверное, для зимы все-таки стоит купить себе новый шлем, чуть побольше размер. И чтобы он хорошо подходил, когда я одеваю балаклаву, чтобы можно было в балаклаве беспрепятственно и без каких-либо проблем ездить. Вот. Что касается рук, у меня нету подогрева ручек, поэтому если ехать в ночь, а я ездил в основном ночью, потому что, ну, у нас там график такой был прям жесткий, и получалось так, что мы начинали с понедельника с утра, рано утром надо было, там где-то 9-8, тем самым нужно было уже быть там. А чтобы там быть в 8 утра, это надо либо рано утром выехать, это часов в 6-7, даже в 6 где-то, да, выехать, чтобы туда приехать вовремя. Либо вечером предыдущего дня. А вечером предыдущего дня получается так, что, ну, холодно.
ехать ночью, там минус. Без подогрева ручек зимой ездить неприятно, даже в тройных перчатках. Я вот использовал вот эти перчатки, и под ними еще двое перчаток таких попроще. Тоже все шерстяные там, но все равно продувает. А теперь расскажу, почему продувает. На японских автострадах, на скоростных магистралях, у них отсутствует как таковые, вот знаете, если вы ездили межгород в России, да, то там эти есть насаждения вдоль трассы идут, да? В Японии такого нет. В Японии все дороги без всяких насаждений. Если вы едете, например, по скоростной магистрали, там нет ни одного дерева. И мало того, скоростные магистрали обычно подняты на уровень там 5 этажа или где-то там, может, еще выше, там 9 этажа. И получается, вы едете, и у вас перед вами просто открытое поле до северных гор. И с этих гор сдувает просто вот этот весь холод, весь снег, все вот это на вас, по сути. Это когда ветер северный. Вот и получается, что ездишь и мерзнешь. Причем так нехило, подмерзаешь. Укрыться негде. Ну, имеется в виду только если за грузовиками. Поэтому и приходилось так ехать немного от грузовика до грузовика. Периодически руки греть на двигателе. Ну, в общем, такой у меня экспириенс небольшой был. Езды в минусовые температуры. Обычно я стараюсь ночью на мотоцикле зимой не ездить, потому что, ну, это неприятно. Тем более там еще ночью, когда едешь, ты же не видишь тоже, как бы, достаточно хорошо. То есть, если днем-то ты едешь, ты дорогу хорошо видишь, а ночью ты едешь, там бывают ямки, еще что-то попадается. Ну, давай езжай, что ли. Вот, ямки что-то попадаются, и ты как бы можешь тоже попасть в эту ямку. Дороги Японии не идеальны, есть дороги, где очень много ям, поэтому имейте это в виду. Если будете путешествовать. Ну, в целом, доехал неплохо. И, ну, не сказать, что замерз сильно, но приходилось прогреваться каждый раз после поездки в ванне или где-то, ну, под душем, под горячим. Иначе можно было просто заболеть на раз. В этом плане, конечно, да. Так, а что я сюда поехал? У нас... А, ну да, можно проехать и здесь, конечно. Хотя нам по уму надо было прямо проехать. Ладно, поехали, покажу вам вот этот магазинчик, всем известный. Я думаю, тем, кто бывал в Японии, они уже знают про него. Но у меня есть видосик отдельный. Кстати, вот магазин по продаже мототехники. Я еду, кстати, в один из таких магазинов, находящийся вот чуть-чуть подальше туда, прямо. Вон магазин с левой стороны, называется Up Garage. Я думаю, многие вы знаете, что это за Up Garage. Это магазин запчастей подержанных для мотоциклов. Если вы будете в Японии и хотите себе найти какие-либо аксессуары, запчасти бэушные, вот этот магазин идеально подходит. Вон он слева. Идеально подходит вам для поиска таких запчастей или аксессуаров. Вот он здесь находится. Тут есть для автомобилей и также есть для мотоциклов. То есть два раза. Да. Скоро мне, кстати, проходить надо будет техосмотры и на синем байке, и на черном. Поэтому, скорее всего, я
буду проходить на одном байке сам, на черном, и постараюсь снять об этом видосик, как проходить техосмотр. А на синем я, скорее всего, не смогу сам пройти техосмотр по простым причинам. Во-первых, оптика головная на данном мотоцикле, она недостаточно для прохождения техосмотра в Японии. И чтобы пройти техосмотр, нужно менять оптику головную. Можно временно, для прохождения техосмотра это сойдет. Поэтому у меня ее нету, и даже временной такой оптики. Поэтому придется отдавать вот фирму, в которую я сейчас направляюсь, чтобы узнать там какие-либо детали по прохождению техосмотра. И чтобы там заказать кое-какие запчасти, возможно, для замены, потому что я 2 года, по сути, я к ним не приезжал. И вот 2 года назад они мне меняли звезды цепи, там делали какой-то такой легкий ТО. Это замена масла, там замена тормозухи и тому подобное. Но на данный момент вот мы видим, что-то тормозная уже у меня почти на лоу-левеле. Вот. Но вот если так поворачивать, вот, если так ровно ставить, вон она, видите, пузырик, то есть. И это еще с учетом того, что у меня он наклонен так. Естественно, конечно, я если сделаю его ровно, там будет уровень повыше, но все равно это нужно проверить. Если у меня вот его вот так вот уровня, то есть это херово, надо менять. И также, чтобы они там посмотрели, возможно, я буду менять себе линк на заднюю подвеску. Поставлю подлиннее линк, чтобы чуть-чуть пониже мотоцикл сел, ну, чтобы посадка пониже была. Я как бы сейчас достаю ногой до земли, но только с учетом того, что у меня другая нога, она стоит на подножке. То есть если я как бы хочу обоими ногами встать на землю, то это вряд ли получится, только на носочках я буду доставать. Мне надо, чтобы мотоцикл примерно опустился в сантиметров, ну, где-то на 3, ну, максимум 4. Поэтому будем, значит, здесь, скорее всего, понижать высоту. Пониже чуть-чуть сделаем. И там линк сзади, на задней подвеске нужно сделать. Линк стоит недорого. Я, наверное, буду брать этот Z-овский, Z-Racing. Это вот который фирма, ну, я не знаю, японская она, не японская. Но в Японии она достаточно популярна. У меня вот руль от нее стоит, проставки. И защита руля также стоит от нее. Ну, хорошая фирма, не жалуюсь, что качественно делает. И не ржавеет ничего, то есть обработано хорошо. Нержи или алюминия. Ну, сейчас подъезжаем. Сейчас, кстати, заодно можем глянуть, что у них тут продается, какие есть мотоциклы, еще что-то, может быть, что-то новенькое. Я тут давно уже не был. Априла стоит. Как она, точнее? Априлия. Априлия. Сейчас заценим, что тут есть. Я надеюсь, он сразу не выбежит из магазина, блин. Потому что, ну, мне это не очень нравится, когда я вот приезжаю, и ко мне тут выбегают встречать. Я хочу, блин, осмотреться, хоть что-то поглянуть самому. Аж потом там с чуваками поболтать. Ну, вот здесь VR-ка стоит. 250-я, да? Ну, такая, конечно. Побитая такая изрядная. Сервис у них сломаны. Трещины. Нехило чувак, видимо, на ней падал. И вот еще. Это уже YZ. 125-ка двухтатная. Да, здесь неплохие аппараты. Есть на что посмотреть. Да.
Six Days, КТМовский, вот, это, конечно, тема. Вот это, конечно, тема. 125. Такой легкий. На нем приятно ездить. Но дорого, дорого. Даже для Японии они дорогие. Для японцев, я имею в виду. А вон стоит Yamaha, там тоже двухтактник. YZ. Ну, тоже, скорее всего, 125-ка. Фиг его знает. Посмотрим сейчас. Ладно, эти чуваки выйдут сейчас. Посмотрим, поснимаем потом еще это. Надо маску еще напялить, а то, блин, скажут, вот, без маски ходишь тут. Заболеешь еще там. Или заразишь. Кого? Ну, вот такие небольшие новости у нас. Я еще попробую снять где-нибудь внутри магазина, там показать, если получится. Ну а пока, если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн, до новых встреч, пока!